Этому городу всего лишь 13 лет. Железногорск. Монумент в честь трудовых побед горняков Курской магнитной аномалии. Это они заставляют биться стальное сердце страны. Добывают ежегодно миллионы тонн высокосортной руды. Штурм недр, начатый по инициативе Владимира Ильича Ленина, продолжается. Михайловское месторождение. Овладеть богатыми залежами помогает горнякам новейшая техника. И, как всегда, впереди коммунисты. Один из лучших машинистов – Леонид Григорьевич Мазур. За 20 минут он загружает вскрышными породами 7 90-тонных вагонов. Бесперебойный ритм работы обеспечивает и экипаж рудного экскаватора. Его машинист Владимир Иванович Шумаков. 80 тысяч тонн руды сверх плана за год – таково обязательство железногорцев в честь 24-го съезда партии.